Мы исследовали глубину своих возможностей, так сказать. Не скажу, что это хорошо, но рекорд есть рекорд. За счет по результату. Как раз Олимпийские игры, мы идем на золото. Мы — это голубое кольцо. Это любовь. Любовь между коллегами. Я играл Диониса на открытии Олимпиады. За этих чеканутых киношников новых, может быть, выработка у нас чудесная. 18 минут в день. Есть миф про 20, но нет, не было 20 ни разу еще пока. Вот, ну что, стараемся, делаем, мочим. Актеры шикарные, камера шикарная. Режиссер просто бомба. Продюсер. Ха, продюсер, что там о нем говорить. Звезда пролетала, просто одна упала. Бля, я больше ночью не пойду. Почему? Потому что мне тяжело. Izdariet šitā projektā neviens pasaulē vēl nebija darījuši vispār. 11 dienās seriāli, foršu seriāli, smieklīgu seriālu. To, ko mēs redzējām dailījos, tas ir riktīgi smieklīgi. Tā būs fantastiskā komēdija par to, ko mēs mīlam un daram par kīno. Это пиздец. Когда мне сказали, что будет 11 дней, ну как бы нам было два варианта – повеситься или попробовать это сделать. То, что мы сделали, это подвиг, это очень круто, и вы все огромные молодцы, потому что, ну, никто не верил, что это возможно сделать за 11 дней. Спасибо вам, когда нотицаят мумс и помогают новость, то весь улыбал. Спасибо вам огромное, мы просто безгранично благодарны с Русланом, вам, ребята, за то, что поверили в нас и пошли на эту авантюру, а это по-другому нельзя назвать, поэтому огромное вам спасибо, без вас мы просто ничего, ну, мы не справились. Тас и рейтинг рейс, ладзиву, рейтинг игра, всем будет жопа, пизда, мы всех порвем. Чё? Жена увидит, пизда просто будет.